Сиреновна. Примите самые искренние поздравления в день рождения. Пусть благородный труд учителя, как и прежде, зажигает огонь знаний в юных сердцах. Живите в достатке, будьте здоровы, всегда молоды душой и телом. Уважаемая Надежда Цыреновна, в этот солнечный прекрасный день я хочу поздравить вас с днем рождения и сказать, что всегда буду помнить ваши добрые слова и искренне благодарить вас за полученные знания. Желаю вам счастья, успеха, любви, терпения в вашей нелегкой работе, благополучия в жизни. Пусть сегодня в ваш адрес сыплются самые прекрасные поздравления от ваших благодарных учеников. Поздравляем вас с днем рождения! Мы дарим букет из своих пожеланий, чтоб сбывались мечты и сияли глаза. Чтоб не знать никогда вам напрасных стараний, чтоб полными были всегда полюса. На уроки, чтоб ваши спешили, ребят, с замиранием сердца, чтоб слушали вас. Поздравляем! Сегодня ведь важная дата. Днем рождения поздравляем сейчас. Пусть вам жизнь без сомнения дарит сюрпризы. Пусть бываются чаще все ваши мечты. Чтобы стали шедеврами ваши эскизы, чтоб без повода чаще дарили цветы. Душа ваша пела от счастья большого. И успех вдруг накрыл вас огромной волной. И от радости света в глазах неземного. И всегда, чтобы были такой молодой. Хотим вам пожелать настоящего большого счастья в судьбе, радостных моментов каждый день. Пусть ученики ценят вас и оправдывают ваши ожидания. А родные любят и поддерживают. Мы желаем вам успехов и вдохновения. Пусть ваши мечты сбываются.